Танцы как одно из направлений здорового образа жизни. Нарьян-Мар присоединился к всероссийской акции «Здоровый образ жизни. Путь к успеху» политической партии «Единая Россия». Первыми ее участниками стали ученики школы номер 5. Для них провели лекцию и танцевальный мастер-класс. Насколько важно в современное время школьникам вести здоровый образ жизни? Но ведь не каждому даны спортивные способности или тяга к каким-либо видам спорта. А вот танцы – это отличный способ заниматься активными видами досуга в удовольствие в любом возрасте. Я очень сильно люблю танцевать. Я отношусь к спорту хорошо, я люблю бегать все время. Потому что я никогда не устаю. Ну, устаю, но очень редко, когда бегаю. Представители федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» считают, что спорт необходимо популяризировать с самого раннего возраста. На первой встрече в рамках акции они рассказали ученикам школы номер 5 о пользе здорового образа жизни и решили, что привести к нему можно через танцевальное направление. Конечно, спорт и физическая культура у нас в округе развиты достаточно, но тем не менее многие дети не занимаются регулярно физическими нагрузками. Гиподинамия, плюс еще различные использования гаджетов и так далее. Это есть момент, который необходимо решить. Педагоги школы танцев «Элит» провели для ребят разминку и танцевальный мастер-класс. Ведь, как считает Владлена Степанова, руководитель Федерации современного танцевального спорта города Нарьян-Мара, танец – это один из самых популярных современных направлений спорта, к которому все охотнее приобщается молодое поколение. Танцы включают в себя как классическое направление, современное направление, эстрадное, с уклоном на фитнес, с уклоном на спортивное направление, с уклоном на гимнастику, то есть спортивные бальные танцы – это очень довольно-таки большой спектр разных направлений у нас есть. Даже сейчас очень популярны стали чемпионаты всероссийские и международные, именно танцевальный спорт, где разные команды со всех регионов России представляют свои шоу-программы. Приятно, что на встречу с педагогами пришли учащиеся школы разных возрастов. Среди них были и те, кто не является фанатом хореографии, однако готов поддержать любую подобную инициативу. Спорт – это неотъемлемая часть жизни, потому что нужно поддерживать себя, вести здоровый образ жизни. А насчет танцев мне лично не нравится, но я за спорт. В ближайшее время акция пройдет и в других школах города, и за его пределами. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север».